Штрафы ввели, но как штрафовать, непонятно. С Нового года вступил в силу закон об отходах. Он предусматривает запрет на хранение непереработанных бытовых отходов. За нарушение нужно платить. Сколько и что именно, расскажет Анастасия Старовойт. Органика, металл, стекло, пластик и бумага. Все раздельно и в разных баках. Только так теперь украинцы должны сортировать мусор. Иначе штраф. Для населения это от 340 до 1360 гривен, а вот для юрлиц от 850 до 1700. Но о вступившем в силу законе многие не слышали, и как именно их собираются штрафовать, не понимают. У нас же оно может не выполняться. Я в принципе за. Людей треба штрафовать не только за сміття. Ну как вы вообще представляете? Вот я, допустим, кинул бутылку стеклянную туда и что дальше? Подходит ко мне инспектор. Впрочем, основная цель не штрафовать, а воспитать население, уверяет в профильном министерстве. Закон предусматривает мотивацию населения для осуществления раздельного сбора. Каким образом? То есть дополнительный контейнер, который будет установлен, ну, в принципе, уже и есть установлены во многих городах. Чем больше смешанного мусора, тем больше придется платить. Но что делать тем, у кого во дворе всего лишь один мусорный бак? Він у нас один, постійний, і більше нічого не змінюється на протязі скількох років. Ну, ось поміняли пластмасовий з желізного. Тут викидаємо пластик, бумагу, таке вже все. Екологи говорять, перед тим, як штрафувати, потрібно було зарані встановити во дворах кілька баків. Ми мали би вже на цей час мати інфраструктуру щодо роздільного збирання побутових відходів. Це би полегшило розділення сміття. Ми мали би спеціальні кілька сміттєпереробних ділянок, які мали би бути хоча б в чотирьох кінцях міста Києва, а не так, щоб вести все на сміттєзвалище. Не складувати на полігоні, а відділяти корисні речовини. Відділивши папір, пластик, скло, метал, ми економимо первинні природні ресурси. Чиновники признают, найти нарушителей закона будет нелегко, поэтому пока начнут с полигонов. На сегодня штрафовать экологическая инспекция имеет право на полигонах, если на полигон завозится неотсортированный мусор. В планах же обязать, как и в ЕС, производителей тары и упаковки самостоятельно собирать и утилизировать отходы. Но для этого нужно принять еще один закон. Анастасия Старовойт, Владимир Самченко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер.